Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня будет невероятная битва, невероятная дуэль. Мне предложили дуэль на 300 тысяч голды. Если выиграю, я буду сказочно богат. Но если я проиграю, то я уйду из стендов 2, наверное. Я не знаю, что делать, 300 косарей. Ребят, чтобы понимали, это проверенный человек, это Инферно. Он участник клана Маслята, я его давно знаю. Он мне кидал миллион скриншотов. Он очень долго собирал, насобирал 300 косарей. И самое главное, то, что я знаю, то, что он нубик. Поэтому шансы на победу у меня будут очень-очень высоки. У него лучший ранг гол 4. В соревновательном режиме у него гол 2, гол 3. Поэтому шансы на победу очень высоки. Ребята, с вас лайк, подписка, такой эксклюзивный контент, потому что никто, кроме меня, такое точно не снимает. Дуэль на 300 косарей голды. Надеюсь, мы выиграем. Я уверен, у нас все выйдет. Просто, ребят, почитайте нашу переписочку. Мы оба снимаем видео, потому что все будет точно без обмана. 5 minutes later. И, ребята, чтобы понимали, Инферно — это не какой-то там миллионер. Это обычный тип, который играет с телефона, который очень долго собирал деньги. И просто взял, задонатил, скинул мне скриншоты, показал по видеосвязи и предложил сделать этот мега-контент. Дуэль на 300к. Я уверен, у меня все выйдет. Дорогущие, это моя... Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите на его скины. Скины у него самые обычные, но самое ценное — это не его скины. Это то, что у него на балансе. Так, ребят, давайте я сейчас ножичком прибегу. Посмотрим, что же у него по ножичку. Стопы, стопы, дорогулечка, ты моя. Ляю спины. А, это мой. Я-то уже думал. Ой-ой-ой-ой-ой. Бабочки-то какая крутая. Донатерская коллекция. Вот она, богатая жизнь. Вот так вот живут ребята-миллионеры, у которых 300к голды. Три пары тычка у Хармони. Или я себе, например, могу купить. Да блин, я себе все что угодно могу купить. Или могу купить себе там 4 или 5 АВМ Treasure Hunter'ов. Вы понимаете, никто с ютуберов никогда в жизни не играл в дуэль на 300к голды. Я первый, да. И знаете, в чем самый главный плюс? Он не стрим-снайпер, потому что он не на стриме. То есть стрим-снайпер у него точно не выйдет. Все, мужики, собрались просто. И максимально тихонечко не топаем. Стреляет, сладенький, стреляет. Сейчас я стрелю. На, попал. Попал, хорошо, да как. Давайте, плюха номер 2, его нету. Да! 1-0, хорошо, да как. Мы это делаем. Ребята, с вас лайк, подписочка. Блин, как же я рад. Так, берем М16, все. По-любому второй раунд мы тоже забираем, у него будет плохой дроп. Это по-любому, то есть, если я второй раунд не заберу, то хэштег Кент Пеппа. Но я-то не Пеппа. Все, мужики, поехали. Блин, как руки трясутся, посмотрите, это очень важная дуэль. Хоть я и смеюсь, и улыбаюсь, но это 300 косарей, вы понимаете? А почему это я должен его пушить? Мы играем на 300к, это огромнейшая сумма, поэтому все. Я тут буду сидеть и буду ждать тебя. Говорится, лови стрелка, большая, маленькая. Чисто будем сидеть в ребрах и ждать пирожочечка. Не-не-не-не-не-не-не-не! Нет. Все хорошо, ребят, я знаю, все хорошо. Не-не-не. Вдыхай. Все, мужики, поехали. Счет 1-1. Блин, это просто шик-контент. Слушайте, ну он вроде бы как, ну, играет нормально. То есть он не софтер, ничего такого. Он играет нормально. Просто надо мне собраться и чисто мужика стать маслиной. Он слева спалился! Да! Сюда, 2-1. Да! Тихо. А кто у нас тут? Вот так вот лучше никогда не делайте. Так. Да куда? Как он это сделал? Он бросил флешку, видели, с лонга? И при этом он был... в тёпке! Чего? Вот, я думаю, авик — это та вещь, которая всегда меня спасает в экстренных ситуациях. Как сейчас. Все, я взял авик. Просто мужика. Просто подошел и дал маслину. Все, без разговоров. Сюда. Ну. Ай-яй-яй. Оп. Все. Это погаюсь! Я его не видел! Это погаюсь! Блин! Это погаюсь! Нечестно! Нет, только не это. Все, сейчас ты меня получишь. Поверь ты мне. Сейчас ты меня получишь, Инферно вонючий. Сейчас ты меня получишь. Не, без обид, но это был максимально красиво. Тупо как перхоть вонючий поступил. Сейчас он маслину получит. Я вам отвечаю. Остановись, бэйби! Домой! 3-3. Кто папа? О, у меня еще куча денег. У меня хороший дроп. Все, импа, 3-3. Короче, причина. Есть одна гениальная идея. Давай его запушим.
прямо сейчас просто возьмем и запушим. Никого нету, все идеальненько, идеальненько, сладенький ты мой. Баби Джончик, ты мой маленький. Так, тут тоже никого нет. Получай, получай, получай. Все, я по-любому попал, у него лох хп, лох хп. Твою налево, и он попал. Просто выстрелил лох, хотя уже нет. Вы видели, я прыжки его замочил, хана, он ну, через три стака, все, я на еще одну ступеньку ближе к 300 000 голды. Вот я буду играть максимально нестандартно. Привет, братик. Да блин, опять, это багаюз. Напишу, это багаюз, не делай так. Пишите ваше мнение, его даже не видно на минимапе. Вот напишите ваше мнение. Ну это разве честно, это разве справедливо? Ну он же богоюз, я его даже не видел. Он пишет, нет, это не богоюз. Да это богоюз! Хорошо, не богоюз? Хорошо, окей, окей, это не богоюз, окей. Он 2 раунда забрал не по-мужски. Просто, ребят, хэштег не по-мужски. На! Домой. Просто домой, полежи на расслабончике на челе. Ай-яй-яй-яй-яй. 5-4. Да! Кто тут папа? Да! Счет 5-4. Я знал, что когда я возьму АВМ, ему придет просто полная попа. Так, самое главное, через Семку не идти. Я понял, что в Темке она по-любому ждет. А сейчас я его ослеплю. Так, иду в дом. А кто в доме? Приветик. Блин, ребят, как стрим. Вдруг он где-то тут крысит. Нормально, его нигде нету. Нет! Мать! Твою налево! Блин, я не понимаю, как он играет. Я просто не понимаю. Это у меня через мид обошел или как? Блин, ребята, что-то мне уже немножко не писать. Пишет изи. Для него это изи, а для меня это полный пот. Так, ребята, я не знаю, надо максимально покрысить. Все, просто ждем. Все, он не знает, что я тут. Как он это прочитал? Откуда он узнал? Не, я не понимаю, что делал неправильно. Это нереально. Все, ребята, счет 5-6. 300 000 голды, вы понимаете? Это не знаю, это очень много, я не знаю, я возможно, уйду с стендофа после этого. После этой дуэли, ребят, я уйду из стендофа, я не знаю, что делать, если я проиграю. Не, только победа. Как? Просто как он играет так по брейну, я не понимаю это. Да! Ха-ха, перехитрил, да? 300 IQ, тут в этой голде, понимаешь, голова маслят. Надо буквально 2 раунда просто взять и победить. Все, больше ничего не надо, просто 2 раунда взять, собраться, взять свои шары в кулак, сжать их и победить. Все, мужики, вот это прям максимально стрёмно. Хана. Тише, прошу. Что? 7-6? Нет! Просто сейчас максимально вот так просто сделаем все. Да! Домой. Просто домой. 7-7! Это победа. Отвечаю, это победа. Все, я верю в себя. Мы это сделали. Короче, ребят, я понимаю, что я сейчас сделал, возможно, самую большую глупость в моей жизни, но у меня есть очень хитрый план. Главное, не топаем. Все. Идеально его тут нету. Аккуратненько. Он может быть где угодно, ребят. Все, идеально. Все, я это сделал. Я сейчас ему зайду просто в спину, и все, изи. Хорошо, его тут нигде нету. Идеальненько. Нет! Христов! Нет! 300 000 голды! Мне не слов. 300 косарей! Нет! 300 000! Нет, я ухожу из стендофа, это просто трагед. 300 000! Просто спасибо за дуэль, ты лучше, еще напишу, какой скин покупать. 300 000. 300 000! Вы хоть раз в жизни слышали, кто-то играл в дуэль на 300 000! Удачи, Эверин, ты не кидок. Понимаете, это зарплата за год чья-то, за год. Я просто в дуэли вот так вот. Блин, я просто не могу. Это не сон! 300 000! Нет. Я должен это сделать! Рынок! Фамбум! С наклейкой за 300 000! 30...
покупаю. Я покупаю, я не кидок. Я покупаю. Я должен это сделать, я буду сильным. Все. Нет. Мне плохо, мне плохо. Все, я покупаю. Я реально покупаю. Я реально покупаю. Купи. Блин, блин, ненавижу. Я купил. Просто нет слов. Нет слов. Все, ребят, ставьте лайк на видео, подписывайтесь, пишите хорошие комментарии. Всем удачи, всем пока.